Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в растения против зомби 3. Давай-ка мы с тобой, наверное, крутанем рулеточку. Так, у нас тут и зомби еще есть, это хорошо. Будем с ними, естественно, разбираться, но сначала крутанем все-таки. Кинотеатр, зеленые экраны. Ну давай, 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 останавливайся уже. Что нам выпадет? Одна карточка. И это у нас шишка. Хорошо, я забираю ее. Но это еще не все. У нас с тобой есть где-то пиньятушки. Давай-ка мы их откроем и посмотрим, что нам отсюда выпадет. Давай-ка. Пиньята простая. Угу. Горохострел одна штучка. Колючка одна штучка. И трюфель тоже одна штучка. Замечательно. Так, давайте теперь посмотрим здесь. Зернопульта. Колючка. И опять трюфель. Хм. Трюфель уже готов практически у нас прокачаться. Так, а здесь у нас что? Монетки, по-моему, да, дадут бесплатно. 20 штучек. Как хорошо. Слушай, кстати, мы можем с тобой пропать лимон. Ну, нам не хватает, естественно, голды. А знаешь почему? Потому что, ребят, я создал клан. Да? Где он у нас? Где можно посмотреть? Вот. Blood Raid. Вот так он называется. Кровавый рейд. Назовем его. Ну, это я для пробы тут написал. Так что все хорошо. Участники один. То есть это я сам. У нас на прокачку, в принципе, даже... Слушай, подожди, ну тут же 8-8, почему я не могу его прокачать? Вот, мину могу. Так, могу также, смотри-ка, электрокамыш прапать. Трюфель тоже могу прапать. Да, да, ну быть такого не может. А что вообще у нас трюфель делает? Отталкивает зомби в конец соседней линии, а затем уходит на перезарядку. Очаровательный. Да, вот так вот просто берет, отталкивает и уходит на перезарядку. Ладно, ребята, это все потом, давай-ка здесь с тобой заберем награды. Получить, конечно же. Но... Окей. Ну что, и пора, пора нам с тобой избавляться от зомби, которые здесь у нас заполонились. Так, кинотеатр, зеленые экраны. Начнем, наверное, вот с самого простенького, который 470. Что такое? Новый зомби, зомби с флагом. Так, ребят, это все время, вот постоянно после каждой... Как говорится, обновки, вот такая вот ерунда получается. Слушай, я, наверное, именно такую команду оставлю. Я горохострел взял к себе. Оказывается, он неплох на довольно серьезной прокачке. Но здесь шахтеры. Ты же видел их? Я лично видел, они здесь будут. Так, зомби, пошел-ка бы ты отсюда, а? Сейчас будем его потихоньку бомбить. И надо нам куда-то с тобой базуку-бамбуку поставить. Только вот куда? Сюда, понял. Давай. Сейчас будем бомбить. Так, бонг-чой нам пригодится против как раз этих шахтеров. А зомби с флагом решил, видите ли, тут ускорить своих зомбарей. Да, соседей. Ну, это бесполезно. Так, я вот думаю, если мы с тобой, например, сюда вот лимончик поставим, будет, наверное, только круто, да? Так, и горохострел у нас начинает плевать. Давай, 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 уничтожай его быстрее, быстрее, зомби идет. Так, вот это что-то у нас как-то не особо хорошо бомбит, да, льняное семя. Но мы можем сделать вот такую штуку. Угу, бонг-шой тоже хорош. Вырубает этих зомбарей налево и направо. И нам нужно с тобой сюда кого-то влепить. Я думаю, что здесь, наверное, мы поставим... Так, приближается гигантская волна. Где она? Покажи мне. Ой! Тихо, тихо, тихо. Мы же его не увидим, да, получается? Твою же налево. Так, бонг-чой. Красавчик. Вырубил. Давай-ка мы вот сюда поставим с тобой льняное семя. Пускай они тут бомбят. И сейчас у нас будет тако. Будем выставлять, подкармливать своих растений. Я думаю, на лимончик поставить надо. Потом на бонг-чоя. На льняное семя. И, наверное, вот на базуку-бамбуку. Я готов. Так, это у нас актеришка идет. Это идет у нас актер. Так, а этот зомби с флагом. Его надо желательно сразу уничтожить. Не забывай, что сейчас еще побегут. Так, давай этого. Опа, нормуль. Хорош там переигрывать. Еще шахтеры же пойдут. О них тоже не стоит забывать. Приближается гигантская волна. А вот и шахтер. Блин, бонг-чой. Давай мы тебя сюда поставим. Надеюсь, ты вырубишь этого халабуду.
Вот, ребята. Видишь, он бомбит, пока этот в оцепенении. Все, получилось у нас. Опа-на. Доползался, да? Ханыга этакий. Давай, наверное, вот сюда еще с тобой лимон поставим. Пока все идеально у нас с тобой. Так, опять шахтеришка. Ну, он идет как раз на эту линию. Сейчас мы его здесь и забомбим. Давай, 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 появляйся. Вот, 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 вот. Бомбчик, кстати, очень хороший против них. Против этих шахтеров. Но сейчас, по-моему, тут пойдет большая гряда. Давай сюда поставим с тобой бомбчуя. И, наверное, вот так сделаем с тобой. Красиво, тут не поспоришь. Все, ребят, по-моему, победа за нами. Что, 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 что тут выпендривается, а он? Да, друзья мои, победа за нами. А почему только 3 звезды получили? Вроде бы никто у нас не погиб. 150 монеточек. Забираем эту награду. Слушай, я немножко расстроен, потому что получил всего лишь 3 звезды. Никто у нас не проиграл, да, никто не погиб. И все равно вот так вот почему-то получается. Ну что, давай тогда с тобой приступать к следующему зомби. Да хватит уже одно и то же показывать по 1000 раз. Бунгчуй, ты остаешься на месте, ты даже не волнуйся. Кстати, мы можем его прокачать, если у нас хватит денег. Сейчас мы после этого боя попробуем его прапать. Ну, сначала, как обычно, по стандарту. Льняное семя, да, плюс у нас бамбука-базука идет. Я, кстати, не посмотрел, там у нас шахтеры есть. Если есть, то нам нужно оставлять вот этот первый рядок. Но если же их нету, то, конечно, надо ставить наших ребятушек как можно ближе к краю. Так, зомби, куда ты прешь? Куда ты прешь, а? Так, погоди-ка, горохострел, давай. Кто там бекает еще мне? Бекает он мне. Можно поставить вот так вот, раздавить вот этого. На. А этого мы уже с тобой расстреляем. Ну, в принципе, я тебе скажу, пока все хорошо. Копим с тобой энергию. Оу. Так, погоди, вот это вот не надо нам здесь. Это, конечно же, не надо. Так, последняя волна. Так, актеришка идет, да? Погорелого театра. Сейчас мы его забомбим здесь. Так, базука-бамбука сносит сразу же. Без компромиссов. Даже не разбирается, кто и где, и что, и почем. Актеришка падает. Ну, ребят, первая волна у нас пройдена с вами. Ну, хватит уже переигрывать. Падай давай. Ну что, кормим теперь таку. Куда мы его будем скармливать? Давай посмотрим. Я думаю, наверное, на базуку, на семя, на горохострел и вот сюда вот. Я думаю, этого будет достаточно. Идун, да, орлы. Лимончика нам не хватает, вот что. Я думаю, что-то как-то вяленько у нас все. Слушай, шахтеры. Блин. А я-то думал, что их здесь не будет. А они, оказывается, есть. Ну ладно, сейчас Бонгчой быстренько с ними разберется. Отлично, по красоте. Слушай, а что мы с... Оп, идет, 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 голодранец, ну. Полетел, ладно, его здесь встретит Бонгчой. Уже встретит. А вот так вот лучше, ребята, если нет ореха, можно, конечно, грушу вызывать. Понимаешь, да? Так, 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 что там? Справились? Справились. Все отлично, ребят. Вот здесь похуже, конечно, все будет. Здесь будет похуже. Хотя Бонгчой даже достает. Можно было и не применять это все. Ах ты! Ах ты, что же он сделал? Не понял, это кто такой, ребят? Это что за зомби? Объясни-ка мне, пожалуйста. А вот это вот. Что это за танцор диско там шел? Еще что ли один? О, ребят, не один. Так, вот здесь у нас никого нету. Блин, давай, Бонгчой, родной мой. Фига их там орда бежит. Так, 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 так. Опа-на. Не забываем про вот эту вот зомбариху, которая прячется. Все. Ну, вроде бы только 2 мы потеряли, но опять же мы получаем с тобой всего лишь 3 звезды, к сожалению. Цветочек получили, и 68 монет. Получаем награду с тобой полностью. И переходим на зомбика, вот на этого. У него 550 мощей, нам нужно с тобой еще 4 звездочки получить, чтобы открыть пиньету.
Да хватит уже, ну хватит, ну я знаю, что это... А, тут катальщик пончиков будет. Так, шахтер, разработчик ракет и тер, копает и побеждает. Смотри-ка, нам хватает финансов прокачать Цитрона. Почему его называют Цитрон? Ну, Цитрон, лимонад. Что у него будет, если, например, мы сделаем? Сильно ускоряет все 8 соседних растений на ограниченное время. Повышение скорости 12%. А срок действия удобрения еще на 0,5 секунд продлевается. Но мне почему-то кажется, что лучше прокачать Бонг Чоя в этом плане. Бьет во все стороны. Так, задевая всех зомби в области на 3 клетки. Вот это будет другой разговор. Я с этим соглашаюсь. Пускай он будет у нас прокачанным. Так, а лимон... Не хватает уже финансов, да? 300 монет нужно, чтобы прапать. Ладно, мы пройдем с тобой эту катку. Я думаю, что нам хватит денег. Обязательно лимончик надо покачивать. Как бафер он очень хорош, поверь мне, очень хорош. Дает такой стимул ускорения наших растений. А это, в принципе, очень большую роль играет для нас. Так, поехали. Да, у меня, ребята, фаворит именно вот льняное семя и бамбук базука. Потому что они как бы сразу начинает хорошо отыгрывать. Если еще когда вот сюда лимончик выставляешь, так они вообще просто как очумелые начинают бомбить. Шикарно. Так, а вот этот вот малыш, он сейчас начнет тут юлить, да? Прыгать. Он начнет прыгать. Вот только на какую линию, понял. Так, давай, 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 давай. Блин, не успеем, наверное. Или успеем? Нет, не успеем, скорее всего. Придется, наверное... Ха! Ну ладно, не так, так, так мы его подбили. Бубух. Слушай, у нас здесь только один лимон. Так, срочно ставим с тобой горохострел. Блин, а мы не успеем. Давай тогда сделаем вот так еще. Ну, нормуль. Блин, внизу никого нету. Так, давай, 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 уничтожаем. Так, этого тоже убираем отсюда. Гидрени Фени. Пришел тут, понимаешь ли. Так, этап завершен, и у нас прокачка. Прокачиваем с тобой лимон. Прокачиваем горохострел. Льняное семя. И, наверное, вот базуку вот эту вот нашу. Погнали. А, это у нас зомби с планшетом. Все, я понял. Слушай, ну мне кажется, что здесь, наверное, надо поставить грушу. Это лишний раз перестраховаться. Так, отлично. Пускай он только подойдет, мы его сразу уничтожим. А он успеет подойти, конечно же. С пончиками чувак идет. Идет чувак с пончиками. Слушай, или его лучше давануть. Наверное, его лучше все-таки раздавить. Именно, блин, а там еще один. Давай, груша, бомби его. Вот так вот. Так, ну-ка сделаем вот таким вот образом с тобой. А что интересно, груша делает? Ничего себе. Бум, нифига. Мне понравилось. Очень было круто, на самом деле, да? Большая такая становится груша и бомбит. Ну, у нее, наверное, массовое было поражение. А вот то, что шахтер идет сюда, это плохо. Энергия есть? Где он там? Блин, он на той ячейке. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Сейчас он съест растение, да? Слушай, ну мы же можем с тобой вот так вот сделать. Зачем? Он уже лимон ест. Давай, Бонг Чой, бомби его. Успеешь? Успел. Так, опять этот чувак с пончиками идет. Ну мы его будем... Почему сзади всего ставить надо? Ребят, потому что если ты поставишь спереди, он уничтожит пончик. А этот зомби останется. Лучше пускай зомби, как говорится, погибнет, а пончик останется. Так практичнее будет. Так, я вижу, вижу. Давай сюда. Блин, пончик очень сильно нам мешает сейчас в данный момент. Тем более здесь идет мини-боссик. Блин, а мы до сих пор с тобой не можем этот пончик раздавить. А если сзади его? Слушай, а он крепкий. Он, друзья мои, очень крепкий. Да ладно, неужели фейл? Неужели мы с тобой так вот сфейлимся? Есть, выиграли. Я уже думал, что он сейчас пройдет. Там буквально чуть-чуть осталось. И нам не хватает с тобой одной звездочки, чтобы получить пиньяту. Зато 173 монеты. В общем, мы с тобой зачистили вот эту территорию. Можно, в принципе, отправляться на следующую. Так, что у нас тут?
Получить награду. Опа, 300 монеточек, как с куста. Это классно. 300 монеточек, кстати, мы можем здесь. Вот, вот он, лимончик наш. Информация, и давай, наверное, мы его все-таки улучшим. 43% к повышению скорости, да, получаем. Так, сила команды 590. Лютики. Интересно, а можно трюфель? Трюфель можно. Немножко прапали, так. Амброзия. Тоже можно, да? Прокачали. Ну что, двигаемся дальше. У нас с тобой, да, не хватает одной звездочки. Но мы ее получим, когда пройдем вот эту территорию. 520, нифига, тут зомби-футболист. Хм. По-моему, с таким я еще зомби не встречался. Бесенок в таку. Бесенок в таку, ребята, не стоит об этом забывать. Надо будет обязательно контролировать. И самое плохое, когда они выходят не по одному, а именно целым взводом. То есть 5-6 бесенков вот этих вот в таку. Ореха у нас нету, соответственно, они не будут отвлекаться. А он невидим для наших, к сожалению, растений. Он открывается только либо когда бомбит, либо... Кстати, ты заметил, что здесь давно не было летающих зомби? Ну, те самые зомби, которые у нас любят летать на шариках. Давно не было. В принципе, ледяное семя я брал именно против них. Потому что шарики они лопали, да, и после этого мы их добивали. А сейчас сколько уже игр делал... Эй-эй-эй-эй-эй, бабка! Блин, бабка! Не успею, придется тратить. Придется, ребят, тратить. Не... Опа, только-только сказал, что не было этих зомби, и вот они появились. И вот они появились. Ладно. Так, приближается, так, события в парке. Давай вот так, наверное. Оу, голуби, ребята, вот против голубей-то у нас тоже как раз ничего с тобой и нету. А нужно льняное семя. Сейчас они пройдут, наверное, уничтожат мы их. Или не успеют? Нет, не успели. Отлично. Первый этап пройден с горем пополам. Давай льняное семя улучшать и наши базуки-бамбуки. Вот так вот. Я не знаю, давай сюда, наверное, льняное семя поставим. Все, поехали, я готов. Блин. На шарике чудило летит. А у меня энергии не хватает. Ёпрсте. Слушай, а пора применять. Иначе крышка. Все-таки придется льняное семя выставлять везде. Кто это там упал, не пойму. Кто-то там рухнул. Бабка, катись отсюда, а, лучше по-хорошему. Нервируешь ты меня. Очень быстро, конечно, идет этот зомби. Так, события в парке. Голубиный налет. А вот, друзья мои, и та самая забариха, спрятанная в таку. Так, ну тут-то бомби, пожалуйста. Ну, голубь от этого. Так, ладно, фиг с ним. Даванули. Шахтеры, да? Где-то шахтеры, ребята, шуршат. Я слышу. Где он? Вот он. Так, отлично, мы сюда выставляем с тобой Бонг Чуэ, пускай он его добивает. А там еще где-то шуршит. Оу-оу-оу-оу, тихо, подожди, сколько много-то? Блин, тут... Выбирай, либо-либо. Ну, выбор очевиден, да, ребята? Применяем. Стопэ. Стопэ. Блин, а там-то что? А там у нас никого нету. Поэтому там съели. Бедный наш. Я не знаю, кто там у нас был. По-моему, там было льняное семя. Ну-ка, применяем. А был бы Бонг Чуэ, он, конечно, бы разобрался бы. Льняное семя вообще никакого урона не наносит практически, да? Только лишь наш Бонг Чуэ способен быстро и эффективно бороться против этих шахтеров. Ну что, как ты видишь, этап пройден. 3 звезды. Что-то вообще на звездочке не фартит. Значит, нам кукуруз достался и 39 монет. И, ко всему прочему, мы с тобой открываем еще пиньяту. Так что поехали. Да-да, я хочу получить. Будьте так добры. Простая. Один горхострел, качана пульта и шишка. 55 монет. К
Кстати, мы можем с тобой, оказывается, шишку прокачать. Здесь еще у нас награда. Прокачать шишку. Кстати, вот с этим боссом я, ребята, дрался и порвал его. Никаких проблем, в принципе, с ним не было. У меня хватает денег на прокачку? Нет, к сожалению. Шишку, сколько ты, интересно, стоишь, в прокачке? 600. Слушай, солидно. Солидный такой ценничек, я тебе скажу. Ну да ладно, нас этим не напугаешь. Почему я до сих пор 12 уровня? Как уровень, ребят, повышать? Объясните мне, пожалуйста. Вы заметили, что вы не получили... Да ладно, подожди-ка. Что я там не получил? Награду? Ну, давай, получим. 7 дней назад. И где? 220 очковая награда. По-моему, меня, ребята, просто кинули. Никакой награды я не получил. Да и фиг с ней с этой наградой. У нас свои, ребята, есть дела поважнее. Так, давайте посмотрим. Так, кормили из голубей, куриный мозг из 12 зерен. Дальше идет зомби с шариком. Вратарь. Основной игрок. Заставляет растение понервничать. Выгульщик собак. Тарь. Угу. Понял. Погнали. Кстати, мы с собой не использовали вот в последней битве лимон. Как-то, честно говоря, даже не до него было. Надо исправляться. Значит, здесь без льняного семени делать нечего, потому что здесь будут голуби, здесь будут зомби на шариках. То есть, ну, ты сам прекрасно все понимаешь, да? Нужно бомбить. Ладно. Идет первый зомби. Мы его сейчас разнесем. Поставим с тобой, наверное, еще куда-нибудь льняное семя. Вот, например, вот на эту полосочку, да? И, да, будем по мере поступления. По мере поступления делать. Как только зомби появляется, сразу же вставляем туда нужное нам растение. Хаотично расставлять тоже нету никакого смысла. Так, события в парке. Голубиный налет. Так, ребята, я понял. Сейчас у нас пойдут голуби. Так, 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 подожди, 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 подожди. Ну куда ты, голубь, ну куда ты собрался, а? Плюнули в него, все, отлично. Так, этот зомби у нас на шарике приземлился. Сейчас мы его ушатаем, последняя волна. Вот сюда надо будет поставить еще льняное семя. Обязательно, ребят. Кто там ползет? Ой, вратарь идет. Слушай, а вот, кстати, насчет вратаря, я не знаю. Посмотрим, как работает. Ах, он юлит. Что? Ты понял? Вот это прикол. Смотри. А как? Слушай, парень, успокойся, пожалуйста, а? Ну-ка, Бонг-Чой, ты сможешь его наказать? Кстати, Бонг-Чой очень даже легко с ним разбирается. Понял. А снаряды он, как ты видел, ловит и отправляет обратно в моих же зомбарей. Хитер. Так, Бонг-Чой прокачаем, да? Плюс ко всему вот этого льняное семя и вот здесь вот. Все, а сюда мы, наверное, еще с тобой лимончик зафигарим. Окей, поехали. Вот сюда нужен нам, ребята, льняной семя, потому что здесь только лишь базука-бамбука стоит. В остальном, в принципе, все как бы под контролем. Можно, конечно, поставить сюда грушу. На всякий случай. Блин, дед, хлебные крошки идет. События в парке. Опять голубиный налет. Ну да. Ну как же без него-то? Как же без голубиного налета, ребят? Ну, быть не может. Так, подбили шарик. Вон, вон идет, ребята. Хитрюга, которая прячется. Но у нас есть, как с ней разобраться. Вот таким вот образом раздавим. Кстати, из нее влетает так, которая рандомно падает на любое из наших растений. Бумс. Слушай, ну неплохо, раскромсон идет. Слушай, а ты не помнишь, для того, чтобы нам участие в башне сделать, что нам нужно? Кого нам прокачать? Горохострела, по-моему, да, надо прокачивать. По-моему, все-таки его. Да ты достал уже, дед, со своими крошками здесь. Опять футболист. Или как он, не футболист, это вратарь у нас. А ну-ка, Бончуй, устрой-ка ему там карнавальную жизнь. Бамс, готов. Так, тихо, 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 тихо. Идет стако. На. И видишь, стако летит. И попало на лимон. И попало на лимон.
Слушай, дедушка, хорош может быть уже тут буянька, а? Как ты считаешь? Нет, все-таки хотел крошки уже бросить, но не успел. Ну вот, 4 звездочки. Хотя, опять же, по-моему, никто не погиб. Или погиб. Так, ну, 2 качана пульта мы с тобой получаем. Плюс 156 монет. И у нас остается, по-моему, последний, да? Это уже типа как боссик будет. Ну и что? Ходунья быстро идет. Так, разработчик ракет, кормилец, зомби с флагом и бесенок в тако. Плюс зомби с шариком и супер вратарь. Сражаться, конечно же. Здесь напрягает меня ходунья. Почему, не знаю, ребята. Она очень тяжело пробивается и в то же время быстро ходит. Что действительно напрягает. Ну что? Где зомбик? Откуда пойдут? Отсюда, да? Давай мы с тобой начнем вот так вот. Здесь у нас хлебные крошки будут, да, где-то. И плюс еще зомби на шариках. Поэтому льняное семя, естественно, здесь просто необходимо выставлять. Выставляем сюда. Можно, конечно, немножко все это дело заправить лимончиком. Так, наверху. Наверху с флагом зомби идет. Надо как можно быстрее тоже разобраться. И надо действительно посмотреть, что нам не хватает для того, чтобы пройти башню. Ну, не полностью, конечно. О, 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 ходунья, ходунья. Ходунья! Ну, давай проверим. Так. Тут даже Бонг Чуй, ребята, если честно, не очень эффективен против этой бабки. Но здесь, естественно, в данный момент только лишь кабачок поможет. Оп. Прокачался у нас льняное семя. Давай сюда поставим. Кто это там у нас? А, вратарь собственной персоны. Слушай, ну его желательно кабачком бомбить. Так, вот он начинает прыгать и юлить. Интересно, сколько кабачок нанесет ему урона? Как ты думаешь? Давай проверим. Просто уничтожает его. Поэтому он сосунок. Ну что, так вот, так-так. А давай сюда, давай сюда. На Бонг Чуя поставим и на льняное семя. Я готов. Сюда вот бросим. Сюда, наверное, еще горохострел с собой поставим. Пускай, как говорится, помогает. Ага, там зомби с флагом идет. Так, разработчик ракет. А не пошел как будто куда-нибудь подальше, а? Хлебные крошки. Дед идет с хлебными крошками. Блин, дотошный дедуля, конечно. На тебе. А почему здесь такие проблемы? Не должно быть такого. Твою ж налево, смотри, кто идет. В тако. Я могу только здесь одно, ребят, предложить. Вот так вот. Все, забомбили. И вот сюда поставить Бонг Чуя. Нормуль. То, что нужно. Опять идет, а? Блин, она опять тут идет. Это еще с флагом ускоряет их. Вот сюда я, наверное, поставлю. Оу! А что это ты так быстро? Слушай, она довольно быстро уничтожила. Видел? Бонг Чуя съел его просто-напросто. Здесь-то я тебе не дам пройти. Что там у нас? Какая там супермощь трясет землю? Это о чем они? Опять этот футболист, что ли, тут появился? Появится, да? Ну да, вон он там, ребят, издалека идет. Но что за дела-то? Ловит, ты прикинь, ловит снаряды. Давай, кабачок, уничтожь его, пожалуйста. Вот и все. Гилов-то на копейку. А, еще 4 звездочки мы с тобой отхватили. 75 монет в награду. То есть я даже могу себе кого-то прокачать. А стоит ли? Цель достигнута. Одолеть 5 помощников кого-то там, Фрэнка. Как у Фрэнка. И что? То, что у меня цель достигнута. Что я могу от этого получить? Да ничего, абсолютно. Так, давай-ка еще разок с тобой посмотрим. Для того, чтобы играть в этот уровень, мне нужен... Так, бой за этаж. Чего-то ведь не хватает, помнишь, нам говорили?
Так, диско-зомби, генератор тумана, MC-зомби и простой зомби. Зомби с флагом, бесенок в тако, зомби с фантусом и разработчик ракет. Шахтер, что-то уж больно круто. Сила команды 590, сила зомби 600. То есть нам не хватает, ну, буквально чуточку. Буквально чуточку. С вантусом, да, все дела. В бой. Блин, да а что? Мне не хватает силы команды еще. Горохострел. Блин, ну у него всего лишь, ребята, 22 из 30. Помнишь, там была какая-то такая ерундовина, где можно было бы посмотреть, где найти семена. Давай мы, наверное, так с собой поступим. Так, что у нас здесь такое? Ну-ка, дай-ка я в сумочку загляну. Да ладно, вы специально что-то так делаете? Кстати, мы можем взять... А зачем он нужен? Не нужен он нам. Погоди секунду. Где нам найти карточки? Найти семена. Устроить прорыв. Так, устройте еще один прорыв. Устройте прорыв зомби в этом месте. То есть еще будет одна карточка, да? Прорыв назвали же тоже. Нет, ну это, конечно, все понятно. Прорыв там, это, но... Я искал вроде бы семена именно на горохострел, а не прорыв мне нужен был. Ладно, давай, раз они сделали так, будем пробовать их бомбить. Сюда. Так вот сделаем. Что это сейчас был за звук такой? Как будто что-то ускорилось. Так, тихо, зомби. Ребята, зомби на шарике, надо вот так вот, вот сбить вначале отсюда. Бумс. Угу. Так, вот здесь можем с тобой поставить. Давай, 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 этого зомби уничтожай. Ну что там долго созреваешь-то? Такой долгий, блин, этот еще идет, а? Слушай, Бонг Чо, как справляется с этими зомби? Давай проверим. Быстро или нет? Ну, хватает ему, да, ушатать? Стопы. Или не тратить пока. Блин, придется кабачок ставить. Я бы не успел. Я бы мог выставить, конечно, там ледяное семя, но ты сам понимаешь. Оно бы не успело бомбануть. По растению. Ой, по зомби. Кто там идет, я не пойму. Опять этот вратарь. Супер-чемпион. Ну да, это именно он. Все там елозит, прыгает. На! А, он же снаряды. Он же снаряды у нас отражает, поэтому тут только Бонг Чой. Хорошо, нахлобучили. А, время тако. Время, так сказать, перекусить нам, да? Я готов, поехали. Тын-дын-дын, не упал. Вот сюда тоже мы, кстати, с тобой... Ну, давай вот сюда вот влепим. Пускай он будет стоять здесь. Такой каратист, да. Так, дедулю инженера мы подбили с тобой. Сюда поставим ледяное семя, пускай оно. Оно не требует ничего, так что стоит, пускай. Ну, Бонг Чой хорош. Его есть, ребята, смысл прокачивать. Так. А вот это вот мне не нравится. Вот это мне не нравится, дружище. Давай, 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 накумаривай его. Так, сюда поставим кабачок. Опа, появился, да? Не запылился. Ну, а этого можем мы вот так вот ушатать. Опять вратарь идет. Ах, он снаряд ловит и бросает именно по Бонг Чою. Я даже не знаю, как... О-о-о! Отлично! Нахлобучили, давай теперь этого зомби. Так, с вантусом идет. Блин, с вантусом, а? А ну-ка. Ушатали. Опять шахтеришка бежит. Так, у нас здесь... А, вот здесь Бонг Чо есть? Вот тут нету, наверху. Ставим. Слушай, вантус, отвали, а.
Ну-ка попробуем. Че, и все что ли? Не сработало что-то у нас, ребята, здесь. Съезд. Да. Ну что же, ребята, продолжаем. Так, мы получали 119 монет и одну горохострелину, да? Получить награды, конечно же. Получим, наверное, пиньеточку с вами сегодня, я так понимаю. Ага. Ну, должно хватить нам, по идее. Так, знаешь, что я хочу сделать? Я хочу поменять. Поменять кого-нибудь. Кстати, мы можем прокачать лимон. Или же... А что делает, интересно, кабачок, а? Расплющивает всех зомби в области 3 на 3 клетки, перед собой нанося им большой урон. Хм. Окей. Я прокачаю кабачок. Хотя, может быть, надо было лимон, конечно, прокачать. Наверное, было бы побольше эффекта все-таки. Он ускоряет наши растения. А для нас скорость это, в принципе, не последнее значение. Так, ладушки, давай бомбить. Потихоньку сюда поставим с тобой базуку. Дальше кого? Дальше, ага, ага, идет. Идет зомби с флагом. Его, конечно, тоже желательно быстрее уничтожить, потому что он здесь один идет в ряду. А когда он идет с другими зомбиями, естественно, они ускоряются. Так, подожди, нам лучше, наверное, вот так вот сделать. Вот, видишь, на линии ускорил зомби, но... Мы его подбили. А, кстати, что, ускорение... Нет, не сохраняется. Я уже думал, что ускорение сохраняется за ним, но ничего подобного. Как только падает зомби, да, с флагом, сразу же все бафы исчезают. Угу. Так, и нам остается один ряд вот этот вот еще забить. И все, ребята, здесь уже можно будет выставлять либо груши, либо бонгчой. Лимончик также здесь не помешает, это точно я тебе говорю. Вот сюда мы его влепим. Два лимона на ряд, это самое то. То есть один вот здесь стоит, другого сюда ставишь, и все великолепно. Так, зомби у нас здесь с ведрами идут. Они сильные, они мощные, ребят, поэтому надо вот сюда, вот, наверное, в помощь нам поставить бонгчой. Отлично. Первая каточка прошла довольно хорошо, успешно. Все у нас, как говорится, на изи. Лимон давай хотя бы так сделаем. Сюда и, наверное, вот так. Погнали. Ага, зомби на шарике. Это плохо, у нас здесь нет с тобой льняного семени. Так, нужно срочно его выставить. Срочно, чтобы подбить этого зомби. Вот так, а дальше бонгчой уже разберется. А здесь-то что? Кстати, погоди, погоди, погоди. Надо вот так вот делать. Угу. А почему здесь такие большущие проблемы у нас? Я не могу понять. А, зомби ускоренные. Нафиг их. Эти зомби ускоренные нам здесь не нужны и даром. Бонгчой, кстати, у нас уже стак уйдет. Шахтеришка. Где? Куда он пойдет? Покажите мне, пожалуйста, куда. Угу, понял. Так, 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 так. Сейчас мы его уничтожим. А знаешь, что самое обидное? Что вот этот вот. Успеем мы его бомбануть? Успели. Отлично. Это очень хорошо. Так, тут все под контролем. Ну, в принципе, все везде уже у нас отлично. Вот сюда поставим горохострела. Там у нас зомби с ведром. Но он не дойдет. Это я тебе гарантирую, не успеет. А вот шахтеры где у нас тут появляются? Ну-ка. Куда пойдут? В каком направлении? Ну. Ага. Даже две штуки, это плохо. Кабачок, может быть, сюда влепить. Кабачок, ну, прыгай на этого-то. Все, победили. Почему опять три звездочки дают, а? Орешек нам дали. Видишь, там какие-то можно делать салатики, плюс какую-то еще. И, видимо, вот за эти комбинации ты получаешь бонусы. Так, это у нас серебряная пиньята. О, электрокамыш. Капуста, качана пульта и шишка. Хм. И шишка. Шишку, кстати, можно было бы прокачать. Но у нас... Подожди-ка, в принципе, должно хватить. Где она? Где шишка? Ну-ка, вот она. Тут и звездочка есть. Хм.
Так, улучшим урон от атаки плюс 13, да? И здоровье плюс 334. Хорош он против, ну, пончиков. А почему хорош против пончиков, ребят? Потому что семена именно от шишки пролетают через все поле. Соответственно, наносят урон. Так что есть смысл. Может попадать в летающих зомби. Тоже прокачаем, почему бы и нет. И финансы у нас закончились, да? Надо будет еще, кстати, нам прокачать мину. Хотя я здесь, если честно, ей особо не пользуюсь. Во второй части, да, мина — это что-то такое имбовое. А здесь как-то обхожусь без нее. Здесь кабачок у меня рулит. Так, зомби с ведром, с вантусом, бесенок в таку, разработчик ракет, шахтер и зомби с флагом. Понял. Основная неприятность — это, конечно же, зомби в таку, который прячется, и разработчик ракет. В принципе, и шахтер тоже может принести нам здесь немало хлопот. Но самый противный, мне кажется, все-таки зомби-танцор, да, и зомби в тумане. Это вот самые противные. Потому что он идет, выставляет, как мы знаем, дай-ка я сюда поставлю, выставляет дым, и в этом дыму прячутся все остальные зомби. Давай, 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 давай. Отлично, нокаутировали. Так, сюда поставим тоже бонг-чой, потому что это сейчас прилетит. И нам нужно быстренько его ушатать. Пока он там встанет, отряхнется, все. На этот ряд мы поставим базуку-бамбуку. Здесь бонг-чой, я надеюсь, справится. Два редка еще пустуют. Два редка пустуют, я, наверное, сделаю вот так. Слушай, а вдруг она сейчас сожрет, а? Да не, не должна, но все-таки перестраховаться не помешало бы. Я сейчас сюда поставлю. Хотя нет, все четненько, все хорошо. Это кто? А, понял, я понял. Да-да, ребята, это тот самый футболист. Нет, это вратарь даже. Оп, поймал. Естественно, сейчас бросит обратно. Ну куда ты убежал, а? Ну ты думаешь, я тебе дам, что ли, тут спокойно разгуливать? Давай-ка вот так вот. Делов-то на копейку. Ну что? Прокачка пошла? Давай вот так сделаем. Вначале всех дальников, а потом можно и вот этого бонг-чоя. Ну, поехали. Ой, тихо-тихо-тихо-тихо. Блин, зомби этот мощный с ведром. Ну, базука. Ну что ты там ждешь-то? Успели. Ха, буквально на микронах, друзья мои, мы выиграли здесь. Опа. Нам такие не нужны. Соседи. Блин, тут зомби идет, ребят. Зомби бежит. Вот, сейчас мы как раз тут двоих сразу же, да? Попробуем двоих накумарить. И шахтера, как говорится, и зомби. Подожди, 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 подожди. Вот, все, вот так вот надо было делать. Чуть, блин, было не сфейлились. Ну... Да ну, быть такого не может, смотри-ка. Мощные, конечно, мощные орлы. Так, зомби с вантусом. Да какая ты крепкая, а? Фиг разберешь. Там еще их и две, ко всему прочему. Может быть, хватит уже моего горохострела тут теребунькать. Взяли моду, а? Подтаскивать. Слушай, по-моему, тут этот жижарь появится. Или мне показалось? Слышал такое бульканье? Слушай-ка, не вижу никакого жижаря. Вижу вон там вратаря. Вот его я вижу. Давай-ка вот так вот сделаем с тобой. Тихо, какой, блин, сал... А, он сейчас появится, ну. Давай-давай-давай, вылази. Хорошо. Груша, груша ждет. Точнее, кабачок, как груша. О чем я? Ну зачем ты туда перелетел, а? Так, от одного к другому только и получает. Давай, запинываем. Есть контакт. Ну, этап пройден.
Три звездочки, как обычно, сплоховали. И опять один горохострел. Ну, это хорошо, друзья мои. Горохострел нам нужен для того, чтобы его прокачать. И, соответственно, только после этого нас с вами отпустят в башню. Опять я одолел 5 помощников. Горохострел могу улучшить? Блин, не хватает еще 6 карт. Обидно, конечно, да, когда что-то не хватает. Ну-ка, дай-ка я прокачаю, наверное, картофельную мину. И все, в принципе, ребят, денег больше нету. Зомбарей, я так понимаю, больше пока нигде нету. Надо все-таки копить на горохострелы, чтобы дальше продвигаться в башню, чтобы открывать новые, естественно, территории, да? А то мы здесь уже с вами засиделись. Что это у нас такое? Багаж. А, это все, что у меня имеется, понял? Ну что, дорогие друзья, давайте-ка, наверное, на этой ноте будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!